Существо, которое встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Да. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейд. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Жесть. Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, блин. Пожалуйста. Что за дичь? Мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Что-то говорили. Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Блин, жесть какая. Ух. Эй, давай за мной. Ну где ты там, а? Да иду, иду. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, деньги что не забрали. Где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Где ты там, пропащая душа? Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Тут ничего нет. Тоже ничего нет. Так, кажись, проскочили.
Ну-ка, ну-ка. Решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! Давай наверх! Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клещами напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Не, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего. За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с Фюрером. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, пожалуйста, я электрик. А вот отличное решение. Забить его лопатой. Экономно, очень гигиенично, вполне. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыроку? Нету тут штукатурки. Бетона! Слышал? Что это? Ох, молодец. Даже не я, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Кожа к позвоночнику прилипла. Хоть бы чего, Гарри. Ничего у тебя, парень, не получится. И если нажмешь на рычаг, опустится лестница. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам спешить. Может, вам еще удастся спасти. Тревога! Побед! Тревога! Я понял. Я лоханулся. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, только раньше времени не начинай. Хорошо. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, я электрик. Вот отличное решение. Забить его лопатой. Экономно, очень гигиенично, вполне. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыроту. Слышал? Что это? Ох, молодец. Даже не вякнул, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Сил уже нет ждать. Если нажмешь на рычаг, опустится лестница. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Конец. Открой тебе клетки, а? У тебя, там парень, в караулке пульт наверху. Ну а что тебе стоит? Все из-за тебя. Выкрути лампочку! Слышал, что? Нет, ничего показалось. Зато, уродина, что ты наши гены поганишь. Нет, не надо, не надо, не надо! Ты на себя посмотри. Давай на ту сторону, может, там выйдет подняться. Встретимся наверху. Не пуха! Пожрать. Дайте хоть чего. Ну, как я его отвлек, а?
Парень, открой клетки. В караулке выключатели. Эй! Спину так и ловит. Вот бы прилетел. Да, молодой человек. Вижу, что вы сюда не на прогулку. Постарайтесь все же потише. Мне за вашу неудачу расплачиваться неохота. Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Нет, ну я не понял, это что сейчас было? Что такое? Почему я не поднимаюсь? Что такое? Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то, ты это... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Ого. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш к казарму! Есть, герр обершарфюрер! Блин, только вперед можно. Подождите. Давай на ту сторону. Может, там выйдет подняться. Встретимся наверху. Не пуха! Пожрать. Дайте. Ну как я его отвлек, а? Отлично отвлек. Да, молодой человек, вижу, что вы сюда не на прогулку. Постарайтесь все же потише. Мне за вашу неудачу расплачиваться неохота. Открой замки. В караулке пульт. В караулке. А, сюда нельзя никуда. Понятно. Караулка, он там получается, да? Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то. Ты этот... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш к казарму! Есть, герр обершарфюрер! Так. Все гнилое и дырявое. Там кто-то стоит или там кого-то пригвоздили? Да, понятно.
моя очередь от... Ну ты даешь, парень, как ты его? Тише. Расстреляли бы уже и дело с концом. Все лучше, чем сидеть тут. Блин, не сосредоточься. Сволочи. Хоть бы чего дали. Напихали нас. Не продохнул. Лучше. Дайте воздух. Ну хоть что? Воздух у меня. Да что такое? Да не слышно. Вы молодец, моя очередь. Но будьте осторожны. Если вас заметят, сразу пустят газ. Что там? Больно такое. К сожалению, не... Так, Павел. Записка. Мертвые ботанические сады всегда были опасным и заброшенным местом. Сталкеры всегда старались избегать их, даже когда... Даже до того, как темные построили там их логово, улей или город. Я был единственным человеком в мире, который с воодушевлением отправился туда, с желанием. Но в этот раз какие-то сталкеры из Рейха были также там. Эти борцы за расовую чистоту, пуритяне, расовые пуритяне, да, скорее так, почти никогда не выходят наружу из своих станций в город. Что же они искали в дымящихся останках садов? И почему Анна мне не помогла? Дочь Миллера никогда бы не оставила товарища. Что если они тоже ее захватили? Она грубая пацанка и, кажется, меня ненавидит, так как я совсем не такой, как охотник, но я волнуюсь за нее. Могу разобрать. Открой клетки, а? Сейчас, там сейчас. Там караулки, пульт наверху. Ну, что тебе стоит? Вот бы прилетел. Добрался? Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Жми давай. Подожди. Не боись. Жми, там разберемся. Так, а я не могу, да, ничего здесь сделать больше. А вот теперь можно бояться. Прячемся. Дай момент. Вот, так лучше. Кому там приспичило? Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка вылезайте. Пацаны, ну что за приколы? Серега, ты? Гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Давай, плюс, живо! Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу. Закрывай! Закрывай, шлюз! Парень, я хочу жить! Внутренний блок прошли! Теперь самое веселье будет! На вот, держи! Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Но ничего, прорвемся. Ну, поскакай. Ты иди низом, а я сверху прикрою, если что. Так. Минус один.
ничего. Глаза раздул, короткий лежит. Что? Так, что он не пошел из-за этого? Сейчас помогу. Глянь на той стороне. Там должен быть такой же выключатель. Ну, заканчивай экскурсию. Надо идти, пока шабаш их не закончится. Нашел? Жми! По всему метро ловят людей с такими особенностями. Они же их просто зовут уродами. Я думал, брехня, а оно... Ну, поскакали. Побег с фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага, мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, пока все, тьфу-тьфу-тьфу. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли.
За мной, не останавливайся! Так, дневник, записка. Черный был здесь, в концентрационном лагере Рейха, но он давно ушел. Ну, это означает, что мне просто нужно следовать за ним. Миссию, которую мне дал Меллик, все еще в силе. Я найду Черного, и после этого я приму решение о том, что делать дальше. Если нацисты говорили правду, и он действительно... Если нацист говорил правду, и он действительно продал существо торговцу из Ханзы, то теперь Черный может быть где угодно. Ханза оккупирует, либо находится на кольцевой линии московского метро и представляет собой союз торговых станций. Торговый союз станций. Off-trading state. Нет, союз торговых станций. У них все еще есть метро, поезда, грузовые поезда. А, значит, у них есть сервис по, с трудовыми... с поездами грузовыми и пассажирскими караванами. В течение одного дня Черный может выйти, может появиться на другой стороне метро. Возможно, я его на текущий момент потерял. Я не знаю, как Черный избежал пыток и казни. Нацисты обычно вешают людей за то, что у них просто череп неправильной формы. Поэтому существо, такое существо, как Черный, должно было для них быть олицетворением зла и разложения. Corruption. Corrupt. Падение, распада. Охрана, дорогу! Ха, такой тип идет. Легендарный подземный комплекс D6. Грандиозные склады, которые ловятся от еды, лекарств и оружия. Там хватит консервов, чтобы Рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Что там еще? Побег! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Как тут? Хватайте этих свиней! Шпионы! Сюда! Ух! Артем! Вперед! Огонь не открывать! Прыгай! Прекратить огонь! Нифига себе, четкий какой тип. Черт, сильно задело? Держись, Артем, держись! На, сука, получи! На землю, сука! Сдаюсь, не стреляй, я сдаюсь! Держись, Артем! Еще щиток! Быстро! Догнать их! Твари! Ворота поднимают! Вали! Я их вижу! Вон они! Заводись, сука! Остановите их! Стой! Все, вали! Ушли.
удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцо, броник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Таран. Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной! Так, я понял, 270 это у нас. Что за туннель? Ни на одной карте его не видим. Давай тут поосторожнее, эй, все. Так, а на пистолет у меня чего по патронам? Есть запасные. Значит, пистолет мы будем использовать. Блин. О, труба! Артём, давай сюда! Артём, иди сюда, сделай! Да подожди, сейчас. Его. Артём, дуй сюда! Эволюция не ждёт! Ты видал, что я нашёл? Артём, давай сюда! Подожди! Артём, дуй сюда! Эволюция не ждёт! Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Чёрт! Эй, что за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач. А ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там ещё нужно будет. Что творится? Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Рих. Проверить надо. Сука, она. Что? Что? Что такое? Шорох? Интересно, что это? Крыса? Может, конечно, и крыса. Что это? Обрез какой-то. Как он меня видел? Видишь его? Я тоже нет. Может, и не было никого? Спокойно. Черт, где он? Не лежит, проклятый. Только прятаться и может. Ничего. У тебя... Ну как? Пусто!
Дальше! Не спеша пошли дальше! Ну, пошли зарабатывать новые навыки. Ух! Так. Смотрим патронов сколько. 7 патронов запасных. И на пистолет чуть-чуть есть. 5 ножей, да? Фильтров, кстати, вообще нет, получается, да? Блин, я его не вижу, он меня видит, получается, да? Присел отдохнуть.
Так сюда попал. Так, я что-то подобрал. Когда я услышал истерическую речь фюрера, все частицы пазла начали складываться. Атаки на наши патрули, затем захват меня, представить как представителя полиса, существование D6 больше не секрет, и тотальная война в метро приближается. Ах ты. Окей. Пистолет какой-то странный. То есть намного больше оружия теперь в этой части получается по сравнению с первой. Первый был это оружие, разнообразие не очень такое большое было. А здесь прямо много всякого хитрого. Ёлки, я вроде все поподбирал, но оказывается я не все поподбирал. Как так-то? А у этих я все подобрал? Которые здесь. Да, вроде да. Да, у этих все. Ну все, тогда двинули дальше тогда. То есть я мог здесь прокрасться, типа сюда. Ага. А? Что? Сдаюсь! Не стреляй! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Не стреляй! Так, ну я его оглушил, получается, просто я его не убил. Так, дневник, вторая записка. Имея проводника как Павел, приносит облегчение в мои мысли. Кажется, он здесь был раньше, и особенности Рейха не удивляют его. Хотел бы я знать, на какой миссии был он, но я не могу найти правильного момента, чтобы спросить. Но такое ощущение, что Павел знал, что Рейх готовился к войне заранее, а для меня это было открытие. Рассказы истории, которые... Истории о хранилищах, которые мы нашли в D6, уже расходятся по всему метро. Орден не собирался присваивать себе все найденное. Но мы... У нас нет времени объяснить все это. Рейх уже... практически у самой глотки ордена и старается отобрать хранилище.
Что же случится, когда Красная Линия и Ханза узнают о бункере? Значит, это та война, о которой говорил Мельник. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Так. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня! Мы ж с тобой как эти, как мушкетёры! Один за всех и все за одного! Я тебе по гроб жизни! Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета! Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Ребят, чего вы, ребят? Ты что, уродился? А при том, чего, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже сросла, либо мать твоя шлюха. Ах ты! Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, дрищ! Значит, ты у нас получаешься уродом, раз твоя мать урода рожает. Нет! 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 Что? Кто там? Моя мать! Шлюха! Вот! Ах ты! Ты! Красная тревога! Убитый! Тревога красная! Труп! Тревога! Тревога! Ну, пошли зарабатывать новые нашивки. Да ну, за простого коммуняку нашивки. Ах ты! Вот же, свинья! Найдется. У меня на мутантов чутье. Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко! Готов! Красная атакую! Блин. Вот он, коммуняка! Теряем солдат! Ну, коммуняка, ты допрыгался! Потери! Мы же вам потери, сука, крышка! Я нашего убил! У нас потери! Прикройте!
Убит! Коммуняки близко! Ладно. Так. Вроде бы все, да? Прикольно. Страшновато было. Прикольно, что здесь свет не выключается, несмотря на то, что вроде как должен. Павла найти и спасти. И сколько на пистолет? Куча патронов. Внимание, режим повышенной готовности. Посторонние на объекте.
Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет, ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Не знаю, по-тихому проходить или не по-тихому сразу же. Так, ничего нет интересного. Генераторная. Ух ты, как-то много. Опять вырубила. Что со светом сегодня? Глянь в курилке, а? А я пока кнопки тут понажимаю. Так. У меня все четко. Просто в руку попал ножом, и он не смог вынести этого. Да ёлки-палки, ну. Так, ну тут ничего нет.
Так, как бы мне их аккуратненько бы троих сразу. Красные. Где они? Видел одного. Прятался гад. Надо искать. 88. Видишь его? Берем. Врага найти и уничтожи. Эй, кому нека. Выходи. Во-во, выходи. Посмотрим на тебя, урода. Ну что, орешь? Куда искать надо? Да никак. Ну как? Ничего, попадется. Ищем. Ничего. Магазин пустой. Потери! Потери! У нас потери! Теперь тебе крышка, гад! Ну-ка, муняка, ты допрыгался! Yeah.
Так. Удочка. Его, скорее всего, здесь держали как раз. Вот я, получается, обошел. Или здесь его держали. Я сдаюсь! Сдаюсь я! Блин, я тебя не заметил. Слышишь? Выхожу и сдаюсь! Дневник. На самом деле в метро никогда не было продолжительного мира. Объединенные администрации держались всего на несколько, в течение нескольких дней. Все разрушилось само собой, когда стало очевидно, что мира больше нет. И
слухи о президенте и правительстве, о том, что они выжили и сбежали куда-то за Урал, были просто слухами, и что Россия больше не подымется из пепла. После этого был каждый сам за себя. Станции превратились в города-государства, и вчерашние соседи превратились в горьких врагов. Выживание в метро представляло собой борьбу за еду, за воздух, за каждый квадратный сантиметр жилого пространства. С трудом может быть четверть выживших людей, выживших сегодня на текущий момент, от тех 200 тысяч. Сейчас выжило, может быть, четверть от тех 200 выживших, которые нашли спасение в судный день в метро. Ханза, Красная линия, Рейх выросли, стали большими, потому что они были сильнее, чем остальные, и сражались с большей решимостью. Но ни разу за эти 20 лет кровопролития... кровопролитие не поглощало либо не распространялось на все метро. Что если наш маленький подземный мир сейчас столкнулся с последней войной, финальной войной? Ну, такое может быть. Вставай, проклятие, заклиненный! У-у-у! Весь мир голодных и рабов! Ай, яки! Ай, тебе наш разум! Возмущенный! Боевой суд адресован шпионом Красной линии начинается. Всем подданным да как? Свободным от трудовой повинности и дежурства рекомендуется явиться. А, это каска. Именем великого рыцаря, красный шпион, взятый с поличным на территории секретного объекта, военным трибуналом приговаривается к смертной казни через повешение. Всех не перемешайте! Фу! Смерть фашистам! Повесьте! Наступит еще наш час! Слава Рейху! Эй, ну вот. Там вроде. Всё.